Всем доброго времени суток. Ну что, приехал я щуку ловить, как мне кажется. Заодно затестим спиннинг-амулет, который посмотрю, попробую. Тут сейчас парнишка сидел с маховыми удочками. Ну что-то ничего, нету рыбы. Рано еще. Ну, я попробую так. Ходили, говорит, вроде со спиннингами. Пробовали блеснить, но что-то ничего, говорит, не было. Ну, попробую, мало ли. Хоть душу отведу. Ой, глянем. Далеко не будем пока кидать. Еще не разучился. Не огрузка. Сейчас что-нибудь другое поставим. Пока так. Может, блесенку поставлю, может, воблерок. Какая-никакая щучка-то все равно должна быть здесь. О, летает. Ну что, нормально амулет кидает. Вот здесь, наверное, если с крючком грамм 10, то точно есть. Это не рыбу ловим, это чисто спиннинг тестируем. Нормально. Леску от Беркли пока не стал наматывать. Вот от кармарана 0,35 прошлогодняя. На рыбу надежды нет, но все равно на рыбалке же спиннинг бросаю не просто так. То вдруг еще кто клюнет. Так, ну с неогрузкой работать будет. Нормально бросает. Кувшинка вылезет, когда можно будет со спокойной совестью уже идти, брать эту палочку, которая амулет. Семь тридцать пять тестом он. 2,44 ростом, напомню. Так, ладно, сейчас чего-нибудь другое поставим. Маленько перевязался, поставил вот такой самодельный поводок Мэп Циклоп. Сейчас будем пробовать. О, вообще летает здорово. О, вообще за горизонт. На бизнес-целонке также летает. Там побросать. Какая дурная щучка клюнет.
Ага, клюнет. Коряга, опять какая-нибудь клюнет. Во. Вот первый улов. Вот такая штука. Надо сфотать. Летает он под тот берег, не вкладываясь. Ну, кто-то булькает. Крысы, наверное, оттаяли. Сейчас туда еще закидано. Поставим чего-нибудь джигитовское. Вон утки летают. Поставил виброхвостик от Беркли. 5 грамм чебурашка, нормально летает. О, в камыши. Так, поменяем, сейчас поставим приманочку. Ой, релакс турбо, вот это 3-дюймовый маловатый какой-то. Такой сейчас поставим. Прошлый сезон эта приманочка здорово выручала. Но сейчас-то рано еще. Ну не знаю, попытка не пытка. Хорошо заводится даже на самой маленькой медленной проводке. Посмотрим. У нас же сегодня сплошные эксперименты. Ну вот, под тот берег улетел. Нормально. Еще рака надо крызефишевского. Тоже выручает частенько. Летом с неогрузкой само то будет. В принципе, для чего все это собиралось, для чего все это и набиралось. Ой, бы щук какой-нибудь клюнул, гад. Для разнообразия. О, по тот берег улетает. Нормально. Пальцы на бланке прям лежат. Чувствуется здорово. Какие-то там либо натыкается приманка на что-то, либо там стучит почему-то. Смотрим,
Релакс турбо, 3 дюйма, 5 грамм головка. Заброс. По тот берег. Я не знаю, здесь речка сколько, ну метров 20 может. И то это не особо вкладываясь. Потом берег улетает. По корням, по кувшинкам стучит. Так, ну в принципе головка от 5 грамм уже нормально летает. Так, еще надо вертушку попробовать и какой-нибудь воблерок. Производитель заявляет, что работает в принципе со всеми приманками, видами приманок. Ну, джиг нормально, человек колебалочку покидал. Сейчас какую-нибудь вертушку может найду там у себя в сумке. Так, вертушка, трешка. Ну, в принципе, не сильно спиннинг варит. Вершинка чуть-чуть отдает, нормально. Так, что, пробуем воблерок. Не помню, если честно, как называется. Тоже рыболовский. Ладно, пробуем. Будет твичиться, нет? Нормально улетел. Ага. Затвичил. Ну, в принципе, твичится. Все нафиг. Оторвал я воблер. Ну, твичится более-менее нормально. Палочка такая жесткая. В принципе, с воблерами справляться будет. Ну, что можно сказать? Пока не жалею, что взял. Еще раз напомню, Волта. Амулет 2,44 ростом. Катушка Косита стоит. 151-я. И тестом у нас 7,35. Ладно, что ж теперь? Пока с рыбалками напряг. Дальше, думаю, будет нормально. Неогрузку кидал нормально. 5 грамм чебурашку нормально. Больше будет еще лучше кидать. С воблерами вертушку тройку кидал. Пойдет. Рановато я, конечно, еще пришел. Льдинки вон там плывут еще помаленьку. Вода так, в принципе, уже маленько упала. Еще чуть-чуть, и можно будет нормально ловить. Рано, рано.
Но тем не менее, в этом сезоне все как обычно. Рыба только там на третью, на четвертую, может на пятую, на шестую рыбалку появляется. Пока так. Но тем не менее, душу отвел. Спиннинг побросал. С мультом вроде за зиму не разучился работать. Дальше, думаю, будет интересней. Ну а сейчас домой. Пожалуй, все на этом. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, как обычно. Всем пока!